Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Добрий вечір. Делегация Гомельской области сегодня накировалась у Китай. Там, у провинции Цяньсу, отбудется межрегиональный форум, на котором будет презентован экономичный потенциал нашего региона и обмеркованы новые совместные проекты. Выники и перспективы сотрудничества Гомельщины и Китайской Народной Республики у материале Олега Сенцерова. Белорусско-китайский проект на Гомельском моторомонтном заводе реализуется с 2012 года. По документации, которую предоставили китайские партнеры, тут вырабатываются скутеры, квадроциклы и так называемые сродки малой механизации. Все лето гэтая продукция у агульном объеме склала амаль 50%. Сегодня на предприятии признаются, когда возникли проблемы с ремонтом сельскохозяйственной техники, основным видом деятельности завода, именно гэтый проект позволил заховать коллектив. Летость два вида мопедов стали лауреатами конкурса «Товар года Республики Беларусь». Все лето тут вылучили некоторые узоры на премию урада в галине якости. В эту технику мы выпускаем порядка 14 моделей. В этом году освоено два мотоцикла современных, которые пользуются спросом не только на территории Республики Беларусь, но и Российская Федерация. Плюс новые виды продукции – это 4 модели квадроциклов. Основное их назначение, в первую очередь, это сельская местность. Сярод наибольш буйных проектов, которые зараз реализуются на Гомельщине с уделом китайского капитала и китайских специалистов, будовництво завода сульфатной целлюлозы у Светлогорску и паперовой фабрики у Добрыши. На этой вытворчести тут ускладывают великие надеи. Район, конечно, от этого выиграет. То есть будут большие объемы, это 200 тысяч тонн в год предполагается производство бумаги мелованной и немелованной. Создаются новые рабочие места, там порядка, наверное, 400 человек, и плюс с фабрики будут люди переведены, которые работают, которые имеют опыт. Этот год на Гомельщине отметная активизация контактов с регионами Китайской Народной Республики. Только у опошние месяцы тут принимали делегации Харбина, провинции Сычуань и Цзянсу. Именно в этом регионе и пройдет форум с уделом представников органов выконавчей улады и деловых колов Гомельщины. Как чекается, его выником станут новые проекты, которые будут реализованы на территории в области с уделом китайского капитала. Сейчас делегация Гомельской области направлена в провинцию Цзянсу. Там состоится форум межрегиональной провинции Цзянсу и Гомельской области. Мы планируем презентовать потенциал нашей области, а также различные инвестиционные проекты. Планируем подписать ряд контрактов и соглашений по сотрудничеству. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». До інших тем. У минулые выходные Держаутоинспекция Гомельской области выявила больше, как 3000 порушений у правил дорожного руху. При этом нецвярозых водителей было больше, как 40, а бесправников – амаль 130. Один из них рухался по автодорозе Птич Петрика у Житковичи. Выехавши на полосу сустречного руху, он учинил наезд на велосипедистку. 60-годовая женщина померла на месте здарения. Водитель спробовал утечи. В ходе проведенных оперативных мероприятий и введения плана перехват данное транспортное средство было обнаружено на данной же автодороге. Водитель был задержан и помещен согласно статье 108 Уголовного процессуального кодекса Республики Беларусь. На данного водителя заведено уголовное дело по статье 317 часть 2. Взяты биологические анализы на определение физического состояния. Также следует учесть, что данный водитель был лишен права управления в 2014 году за вождение в нетрезвом виде. Еще одно ДТЗ скончилось трагедией. Пожилая женщина переходила проездную участку в неустановленном месте на одной из улиц Петрикова и трапила под колы маршрутного автобуса. От телесных пошкоджений она померла на месте. По этой же причине у Мазыры загинул еще один пешеход. Порушение правил у переходу проездной частки каштовало життя 67-годовому мужчине. Держаутоинспекция звертается до всех удельников дорожного руху и нагадывает, что выполнение правил дорожного руху здольно заховать не только ваши гроши, а и самое дорогое – житё и здоровье. Министерство по надзвичайных ситуациях Беларуси закликает отзначить надыходящий Новый год беспечно. Сегодня стартовала республиканская акция, мета якой – попередить надзвичайные ситуации, до яких могут привести порушение правил пожарной безопасности. У МНС констатуют, что перед новогодний период традиционно сопровождается повеличением количества пожаров и травм. Основная причина – игнорование насельництвом правил в использовании пиротехнических выработок.
Акция «Безопасный Новый год» будет проходить в 4 этапы. Сотрудники МНС расскажут об правилах безопасности в навучальных установах и установах охраны здоровья, интернатах, домах семейного типа, санаториях. Об правилах использования фейерверков и петард напомнят для местов их продажу. Непосредственно перед святом мероприемства будут проводить у местах массового знаходжения людей. Жителей нашей области будет ожидаться централизованное выступление Деда Мороза и Снегурочки, но не так, как это было привычно, они выглядели, как у нас в детстве, а, скажем так, сюрпризом от МЧС. Будут разыгрываться призы, раздаваться инструкции по правилам безопасного использования пиротехнических изделий. Можно будет сделать селфи с Дедом Морозом и Снегурочкой. До початку працы елочных кірмашоў засталося 2 тыдні, але ўжо зараз лясгасы Гомельскай области готовыя да пераднавагодняга гандлю. Усяго в области будуць працаваць каля 50 елочных кірмашоў, 6 з іх у областным центры. Акрамя таго, елку можна будзе набыць на навагодніх кірмашах альбо звярнуўшыся ў любое лясніцтва в области. Дарэчы, на Гомельшчыне іх налічваецца 177. Ужо сёння вядомыя цэны на галоўны атрыбут свята. Навагодняя прыгажуня абыдзецца мінімум у 75 тысяч, максимум у 130. У минулым годе было продадено каля 8700 дрэў. У гэтым жа годзе плануется продать прыкладно удвая больш. Грунтоў на гомельские лясгасы подрыхтавалися и до сустрэчы с елочными браконьерами. У пераднавагодние дни свою рейдовую деятельность взмоцнять отделы аховы лесу. За незаконную рубку в лесах первой группы, это вот, например, все леса Гомельского района, значит, штраф от 900 тысяч до 9 миллионов. В лесах второй группы до 30 базовых величин. При совершении ущерба в особо крупном размере – уголовная ответственность. Сегодня в Гомеле распачался международный детский конкурс «Музыка надеи». Он будет проходить на протягу 4 дней в стенах Гомельского державного колледжа мастерства имя Соколовского. Конкурс собрал больше, как 130 удельников с 5 краин света. Это начинающие музыки из Беларуси, России, Украины, Молдовы и Эстонии, которые поспехово переодолели все попередние отборочные туры. За историю проведения «Музыки надеи» в Гомельском колледже мастерства имя Соколовского уже выступило больше, как 1000 молодых талентов с 8 краин свету. Юные удельники сёлетней конкурсной программы будут демонстрировать свое майстерство у володанні духовыми и ударными инструментами у 2 узростовых группах. Молодшие от 8 до 10 годов, старейшие от 14 до 16. Пераможцы отримают дипломы и грошовые премии. Так само у конкурсные дни у стенах установы традиционно ладятся концерты выдатных музыков Беларуси, близкого и далекого замежа, лауреатов международных конкурсов и майстер-классы от членов журы. Дарэчы, конкурс «Музыка надеи» у Гомелі проводится с 1996 года. И он дозволяет демонстрировать удельникам свои особистые творческие здольности, каб у вынику открывать новые имены. У Гомельской центральной городской библиотеки имени Герцена открылась выстава картин, вышитых бисером. На суд жыхароў и гостей областного центра ее представила гомельский майстер Надея Шлыкова. В экспозицию вошли 13 творчих работ автора, это вышитые бисером портреты, натюрморты и пейзажи. Створением картины, которые зачаровывают свою прихожостью и глубиной сюжетов, Надея Шлыкова занимается крыху больше за год. Первая ее работой стала икона Святой Матушки Матроны, а затем автор начала освоивать и другие тематики. Как признается Надея Шлыкова, на заняток творчеством ее натхнило само життё после перенесенных ею серьезных проблем со здоровьем. Зараз карпатливому и працаемкому процессу вышивки картин бисером жанчына присвячає весь свой вольный от працы час. Их майстер по эскизах малюнков, якія набывае у крамах альбо интернете. Робить гэта с душой, укладываючи у свои творчие работы выключно самые позитивные и добрые пачуцці и эмоции. Всю свою душу, всю свою доброту, все свое хорошее позитивы. И вот особенно, когда вот молодежные картины, когда я вышивала вот парень с девушкой, мне такое впечатление, чтобы вот такая наша молодежь была вся добрая, вся такая жизнерадостная, чтобы они всегда были все в паре, чтобы они радовались жизни, радовались друг другу. У Гомелі вызначылі лепшага кота. На выставу гэтых жывёл гаспадары прынеслі каля 100 сваіх гадаванцаў самых розных парод. Як без слоў уразіць журы і атрымаць галоўны прыз у матэрыяле нашых карэспандэнтаў.
Золотый код Беларуси. Выстава хоть и имеет такую назву, але по сутности является международной. Для удела у ее со своими гадаванцами у Гомель приехали представники России, Украины и Латвии. Пытаться у их, чему яны так любят менавіта котов, сенсу немае. Гэта сапраўды любоў, причины якой тяжко растлумачыць іншым. Люблю за их общение. Котов надо понимать. Они как те же люди. У них свой характер. У них свое отношение к человеку. В принципе, это очень умные животные. Скотиш фолд, корніш рекс, курильский бабдейл, данский сфинск, мейн-кун. Назвы пород, якія для інших только экзотика, для сапраўдных аматараў котов, як чароўная музыка. Гэтымі жывёлами сапраўды нельга не зачаровацца. Чорнымі, шэрымі, жоўтымі, белымі, вялікімі і маленькімі. Хоць толькі дэманстрацыі котов у Гомелі не абмежаваліся, бо гэта не толькі выстава, але яшчэ і конкурс. На кожную пароду ёсць свае крытэрыі, па якіх эксперты вызначылі лепшых. Прычым самім экспертам такія зносіны з катамі, здаецца, прыносілі вялікае задавальненне. Котам, магчыма, спадабалася и не ўсё, але паводзілі сябе яны ў асноўным міралюбіва. Любая кошка породистая, она должна проявлять добронравие и хороший характер. Они могут кричать, пытаться убежать, но они не должны кусаться, царапаться, проявлять агрессию какую-то. Об своих гадаванцах их уладальники, здаецца, ведаюць усё и могут рассказывать об гэтым напэўна гадзінамі. Зразумела, шкада, калі кот не атрымаў узнагароду. Але от гэтага любіць яго менш не будуць. Асабіста для котов гэта, напэўна, самое галоўнае. Сын захотел, посмотрел по интернету, увидел британских котов, и мы захотели купить этого кота. Ну, когда приехали выбирать, она сама нас выбрала, и поэтому у нас получился шотландский кот. Она сама к нам пришла на руки, и мы ее забрали, полюбили. Она у нас теперь самая главная хозяйка в доме. Алексей Тюров, Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Израиле завершился чемпионат Европы по плаванию в 25-метровом бассейне. На континентальном форуме у Нетании сборная Беларуси завоевала 4 медали. 3 бронзы и 1 сребра. 3 узнагороды принес национальной команде Евген Цуркин. Гамельчанин стал другим у заплыве на 50 метров баттерфляем. Еще 2 медали здобыты у эстафетных споборництвах. Цуркин подымался на третью приступку пьедесталу гонору у складе мужчинской комбинованной эстафеты 4 по 50 метров и эстафеты 4 по 50 метров вольным стылем. Еще одну бронзу белорусская команда завоевала у смешанной комбинованной эстафете 4 по 50 метров. На этом тыдні у Беларуси захаваецца довольно теплое надворье. Вызначать его будет паўднёвый антициклон, тому ветер пачне стихать. Однако завтра по усходе краины чакается его узмацнение порывами до 15-20 метров за секунду. На территории Гомельщины завтра чакается пераменная воблачность и пераважно без опадков. Ветер паўночно-заходний 5-10 метров за секунду, порывы до 14, у ночи месцами до 15-20. У сувязі з узмацненнем ветру супрацоўнікі МНС нагадваюць аўтаўладальнікам рэгіёна, што не варта пакідаць свае транспартныя сродкі паблізу аварыйных дрэў. Што тычыцца тэмпературнага фону, то заўтра на Гомельшчыне слупкі тэрмометраў уначы будуць паказваць ад 0 да плюс 5 градусаў, удзень да плюс 7. У сераду і чацвер температура паветра ў рэгіёне максімальна ўздымецца ўначы да плюс 3 градусаў, удзень да плюс 5. Таксама на працягу тыдня на тэрыторыі Гомельскай вобласці месцамі будуць згушчацца туманы, ноччу і раніцай магчымы слабы галалёд. У выхадныя дні надвор'е зноў пагоршыцца, праз Беларусь будуць праходзіць атмасферныя фронты з заходняй Еўропы. Часам магчымы ападкі ў выглядзе мокрага снегу і дажджу. Новины региона, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. И на этом наш выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам доброго вечера. До новых встреч в эфире.